молитвы на канале «Готовим дома». Сейчас я хочу приготовить вкусный сырный салат. Для салата 2 плавленых сырка я натру на крупной терке. Добавляю к тертому сыру немного зеленого горошка. Добавляю в салат сваренные вкрутую яйца. 2 зубчика чеснока нужно пропустить через пресс. Чеснок я добавила в салат. Я добавила майонез. И все перемешиваю. Добавляю к салату немного соли по вкусу и черный молотый перец. И все нужно тщательно перемешать. Салат готов.